«Ты мужик. Остальное фигня». Александр Сергеевич Пушкин. Ленка, привет! Я вернулся! Этот удар я посвящаю тебе, красавица. Вообще-то мы не договаривались так позировать. Вот так и стой. Вениамин Петрович, а долго мне еще так стоять? Доктор, а вы уверены, что я должна раздеваться? Уверен, уверен. Трусики тоже снимайте. Ленка, привет! Я вернулся! Ленка, пойдемся. Ну ты классная. Ах, классная. А ты вообще-то кто? Ну, в смысле, Ленка-то где? Да я не знаю. Я в этой квартире только неделю живу. А кто до меня тут жил, я не знаю. Ну, а ты куда смотрел, когда на меня навалился, а? Да я полтора года с бабой не был. Ничего не вижу. А ты сама куда смотрела, а? А я в педагогическом учусь. Ты извини. Летели над соткой, летели над соткой, мы на вертолетах, ух! Стой, гад! Ты че? Стой! Че ты такое сделал, ты? Поймай! Ну че ты там, что-то за меня докопался, а? Ты мерзкий какой! Ты думал, и поймаешь, что ли? Наручники давай! Наручники! Вот! Да я говорю, это не я! Пожалуйста! Не вырыбайся. Ай, больно! Вот, как никак было. Попался? А ну вставай! Думал, не поймать? Дурилка картонная. Менты позорные! Волки проклятые! Ты еще и рычать! Кляп! Нас со всех ножичков! На вас! Кваляп! Вот, кваляп! Мама! Ну, посмотрим, как сейчас порычишь. О, давай, давай. Вот теперь рычи, давай. Нормально? Не понял? Ничего себе! Это я удачно в ваш магазин его загнал. Слушайте, а вот вам еще дубинка. Так сказать, подарок от нашего магазина. Спасибо большое. А то я пока этого гада догонял, все растерял. Че мы чем? Вперед! Двадцатый. Хорошие мне сиськи. А ты бы мне вправил? Вы, конечно, очень красивая, но я бы... Расслабься.
Ты ведь это заслужил. Всемирное общество мужиков. Мы верим, такие бабы существуют. Этот удар я посвящаю тебе, красавица. Вениамин Петрович, а долго мне еще так стоять? Вообще-то мы не договаривались так позировать. Доктор, а вы уверены, что я должна раздеваться? Уверен, уверен. Трусики тоже снимайте. Капец. Директор пришел, сказал, что в отпуск не отпустит, пока я все плазмы не продам. А где я их продам? Он ни одного покупателя. Да, хреново. А! Есть идея. Сейчас. Так. Вот, 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 Женя, вот, замри. Вот так и стой. О. Вениамин Петрович, а долго мне еще так стоять? Пока все плазмы не продадим, будешь стоять. Ну, вообще не очень долго. Вон, видишь, первые покупатели уже собрались. Смотри. Так, плазмы заканчиваются. Покупаем? Да-да-да. Пожалуйста. Пожалуйста. Следующий подходим. Ну что? Отлично. Надо еще, тащи за склады. Все, сейчас. Берем. Оп. Так. На кассу, на кассу. Не забываем. Отлично, а? Я не понимаю, чем ты лично думал, да? Чем ты в этой ситуации вот, руководствуешься? Что вот, скажи мне, что происходит с вами? Что в этой всей девушка. Истории? Что? Что ж такое? Ну, аккуратно. Извините. Извините еще раз, пожалуйста. Что извините? Ну, аккуратнее нельзя. Ну, вы же облили меня всего. Не случайно. Куда теперь? Девушка, разрешите пройти? Ой, простите! Ну, что это такое? Куда я пойду теперь? Так, ужас какой, дурдом, пройти нельзя, невозможно, спокойно. Ох, ну как это, а? Чё, это, принёс? Принёс, принёс. Домой. Сидишь? Иди. Теперь твоя очередь. Давай. Да понял, а что ты? Да вы можете аккуратно как-то вообще. Ни ума, ни фантазии. Последняя. Девочка, ты милый. Спасибо, спасибо. Спасибо моим любимым поклонникам. Воу! Ну-ка, подержи. Этот удар я посвящаю тебе, красавица. Ну,
Спасибо. А этот удар я посвящаю тебе, любимая. Вова. Вова. Ух ты. Бывает. Спасибо. Ух. Следующий удар я посвящаю замужем. Бывает. Не берите. Девушка, здравствуйте. Дайте, пожалуйста, комплект белья. Поцарапала машину. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста. Поцарапала машину. Ой, жлоб. Дорогие путаны, будьте самокритичны, если равно, то смело стучите. Но если не равно, то тогда идите. Скотина, а?
Леха, давай вставай, вставай. Походу съезжать надо с этой гостиницы. Вообще-то мы не договаривались так позировать. А вот жрет она у тебя много, это есть. Доктор, а вы уверены, что я должна раздеваться? Уверен, уверен. Трусики тоже снимайте. Походу съезжать надо с этой гостиницы. Что такое? Ужасная, ужасная гостиница. Спускайся вниз позавтракать. И что ты думаешь? У них ничего не готово? Так. Как там? Вот так. Я спрашиваю, почему? А они мне тоже говорят. Говорят, до повара дозвониться не могут. Повар не вышел на работу. Это капец, ты представляешь? Повара найти не могут. Как так? Повара нет. Да выйду я, выйду. Повара нет. Вам бы лишь бы пожрать только. Повар. Блин, а? Телефон сел. Так и звук. Вот как. Так, друзья, разрешите, пропустите, пожалуйста. Так, оп, оп. Друзья, обычный сеанс стоит 150 рублей, сеанс в формате 3D 500 рублей. Да, я понимаю, это немножко дороже, но поверьте мне, это того стоит. Прошу, проходите. Угу. Ну что, 3D? Сейчас погодим. О, теперь точно 3D. Или даже 4. Грамотно сэкономили. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо, не надо. У нас свое 3D. Проходите. Вообще-то мы не договаривались так позировать. Да понимаешь, один богатый клиент попросил супероткрытку для жены. И что? По его задумке, там должно быть большое сердце. А сердце я никогда не умел рисовать. Понял. Слушай, ну, это же она у тебя уже давно, да? Ой, я и не помню. Всю жизнь, по-моему. Да, да. Первая наша у тебя, да? Ага. Понятно, понятно. Да, скрипит, наверное, уже вся. О, еще как. А что, поновее не хочешь взять? Не знаю. Ну... Привык, понимаешь? Привычка — это такое дело, да, конечно. Да.
А вот жрет она у тебя много. Да, это есть. Доктор, а вы уверены, что я должна раздеваться? Уверен, уверен. Трусики тоже снимайте. Но вы же окулист. Вы должны проверять зрение. Вот я сейчас и буду проверять зрение. Лебедев! Закрываем левый глаз. Смотришь сюда. Что видим? Правильно. А теперь тут. Отлично. А говорил, дальше носа не видишь. Так и запишем. Годен. Доктор, мне в армию нельзя. Годен. Сокол. Три килограмма фалоимитаторов. Ничего себе! Это она так решила тебе свои планы на вечер рассказать? Разве я сделаю тебе больно? Блин! Что, плохо получилось, да? Черненькая, беленькая, черненькая. Если возьмете всех, будет отличная скидочка.